Казахстан в экстренном порядке пытается найти альтернативные маршруты экспорта нефти в обход Российской Федерации и активно приобретает танкеры для перевозки своей нефти через Каспийское и Черное моря. Об этом сообщает Туниан, ссылаясь на издание Bloomberg. Это делается, несмотря на то, что Каспийский трубопровод, проходящий через Россию, остается наиболее выгодным маршрутом для экспорта нефти Казахстана. Экспорт нефти – важнейшая доходная часть бюджета казахов, и она сейчас напрямую зависит от ситуации в зоне отгрузки нефти в Новороссийске. 18 августа этого года стало известно о том, что Казахстан хочет отказаться от черноморского экспорта нефти из-за атак дронов на Новороссийск. Российский аналитик Анатолий Несмеян в своем телеграм-канале пишет: «Токсичность отношений с Россией у всех, включая союзников, зашкаливает. Это неизбежно выливается в сокращение этих отношений до минимально рискованных».